причины аварийной посадки самолета авиакомпании БК Эйр в аэропорту Астаны будет расследовать специальная комиссия Министерства по инвестициям и развитию. Об этом сообщил глава ведомства Асет Исекешев. Тем временем председатель совета директоров авиакомпании Нурлан Жумасултанов в интервью нашему каналу отметил, что причины технической неисправности самолета выяснят в течение недели. А через две воздушное судно полностью восстановят, и оно сможет летать дальше. Напомню, сегодня утром самолет Фоккер 100 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту. Воздушное судно выполняло рейс Кызылорда-Астана. На борту было более 100 пассажиров и 5 членов экипажа. Самолет 30 метров проехал на носу и приземлился без передних шасси. Благодаря правильным действиям пилота посадка завершилась удачно. Пассажиров встретили спасатели, к счастью, никто не пострадал. Перед самой посадкой сделал максимально переложил стабилизатор на кабрирование. Это для того, чтобы как можно дольше держать нос в воздухе. Пассажиры там, ничего и не почувствовали. Только единственное, когда он уже нос опустил, там на носу проехал там 25-30 метров, вот тогда они поняли, что это. Вот. Поэтому ни паники, ни пострадавших, никого ничего не было. То есть командир просто молодец. Вот. Более того, мы планируем его представлять обязательно к награде. Самолет вообще практически ни повреждений фюзеляж не получил. Вообще, даже краску не ободрал. Повреждения минимальные, и самолет восстановлению подлежит.